на тему стрижки когтей у хорьков. Дикие хорьки копают норы, лазят по деревьям и достаточно активны, чтобы стачивать когти сами. Домашние хорьки лишены такой активности, и поэтому им надо подстригать коготочки. Если у вас еще нет опыта стрижки когтей, вы можете отводить животное в ветеринарную клинику для данной услуги. Или посмотрите это видео, я покажу самый простой вариант, как быстро и легко подстричь когти хорёчку. Для стрижки когтей необходимо купить в зоомагазине специальные ножницы-когтерезы. И не обязательно покупать самые дорогие. Самое главное, чтобы они были острые и не люфтили, иначе травмируют коготь. Я использую самую простую модель ножниц. Кусачки, маникюрные или какие-либо другие ножницы для этих целей не подходят. Используя их, вы можете уколоть питомца, повредить коготь и спровоцировать расслоение. Хорьки не усидчивы и не любят данную процедуру. Вы можете подождать, когда хорек уже устанет или еще сонный. А также можно использовать витаминную пасту для отвлечения внимания и спокойно подстричь коготочки. Это необходимая процедура по уходу за хорьком. Хорек с длинными когтями не только чувствует дискомфорт, но и может получить травму, зацепившись за что-нибудь. Мы подготовились к стрижке когтей. У нас есть с собой ножницы и витаминная паста. Давайте начинать. Она уже учуяла запах пасты, уже не может усидеть на месте. Берем максимум горошинку, намазываем ей на пузик. Так. И она пока будет ее слизывать, мы правильно быстро подстрижем коготочки. Одна лапа готова. Приступаем к ногам, задним лапам. Так. Последняя лапка. Готово! Мы успели подстричь когти до того, как закончилась паста. Если вы планируете питомца показать на выставку, узнайте, какой длины должен быть коготь. Прежде чем приступить к процедуре, внимательно рассмотрите коготь. Увидите, что внутри каждого когтя проходит кровеносный сосуд. Очень важно не задеть его при обрезке, иначе животному будет больно, а коготок будет кровоточить. Коготь нужно обрезать под таким углом, чтобы его кончик был параллелен полу, когда хорек стоит. Обрезайте коготь, отступив от кровеносного сосуда, приблизительно 2-4 мм. Если вы задели сосуд, не паникуйте, смочите ватку перекисью и промокните коготь. Если перекиси нет, прижмите плотно ватку или бинтик к разрезу. После этого 2-3 дня воздержитесь от водных процедур. Обрезать когти можно начинать с 2-месячного возраста. Обычно подрезают раз в неделю или раз в 2 недели. Есть разные способы стрижки когтей, и брать хорька за холку для данной процедуры я не рекомендую. Это добавляет стресса животному, и он не будет любить стрижку когтей. Какой способ стрижки когтей выбирать, решение ваше. Я показала один из самых простых и популярных. Недавно в группе «Хорьки по-киевски» был опрос по способу стрижки когтей, в котором приняло участие 119 человек. По результатам голосования намазать пасту на пузо и спокойно стричь когти – самый популярный способ. На втором месте просят, чтобы кто-то помог подержать хорька. У кого-то хорек доверяет человеку и спокойно лежит, пока ему стригут когти. Также стригут, когда хорек уже устал, когда хорек еще спит, кто-то ставит пасту рядом с хорьком и стрижет. Некоторые ребята несут стричь к опытным друзьям или в ветцентр. Кто-то берет за холку, но я не рекомендую этот метод. А тем, кто еще не стрижет, я бы посоветовала начинать стричь. Сами попробуйте походить с длинными ногтями на руках и ногах, это же неудобно. Надеюсь, это видео было для вас полезным.
Спасибо за просмотр и до новых встреч!